В музей истории с утра принимали сочинских школьников. Ребятам не только рассказали о новой дате в календаре, но и о том, почему именно День неизвестного солдата отныне будет отмечаться 3 декабря. В этот день, в 1966 году, во знаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, торжественно захоронили у стен Кремля. Там же открыт мемориальный ансамбль и зажжен вечный огонь. Подобный день памяти, отмечают хранители истории, появился в том числе и благодаря Всероссийскому поисковому движению. Именно поисковики стали инициаторами новой даты. В Сочинском музее в этот день вспоминают почетного гражданина Сочи, ветерана Великой Отечественной и главного городского поисковика Бориса Цхамария. Благодаря ему установлены десятки имен солдат, погибших на перевалах главного Кавказского хребта. На перевалах Аишха, Псиашха, Умпырский шли тяжелейшие бои, и многие воины до конца стояли насмерть. Часть погибла при сходе лавин, и, конечно же, все эти могилы, неизвестные могилы, требуют к себе точно такого же внимания, как и те, которые мы знаем на мемориалах, куда ходят дети, взрослые. Подключилась к акциям, посвященным новой дате, и сочинская молодежь. Студенты провели субботник на братской могиле, привели в порядок прилегающую территорию и возложили цветы к памятнику. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отдать дань памяти воинам. Здесь собралась молодежь города Сочи для того, чтобы почтить память. Данное мероприятие проводится с целью воспитания военно-патриотического духа в молодежи. Есть ребята из Сочи, добровольцы, есть ребята из Адлера. Как бы мы все собрались сюда, потому что нам на самом деле не безразлично, что здесь происходит. Прийти сюда, просто выделить для себя время, прийти сюда, убрать все это, вычистить. Как бы это не должно для нас составить труда. Для России эта дата особо актуальна. Такого количества пропавших без вести солдат, как в СССР, не было ни в одной стране. Незахороненных воинов находят в течение всех этих 70 лет. И по мнению законодателей, символом Дня неизвестного солдата должен стать известный лозунг: «Никто не забыт, ничто не забыто». Галина Моисеева, Инга Гавеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.